Здравствуйте, с вами программа «Национальное достояние», ее автор и ведущая Марина Баранова. Сегодня я вас приглашаю в то место, в котором сама оказалась первый раз. Это отдел диссертаций Российской государственной библиотеки. Огромное здание, где хранятся диссертации с 1944 года. Это огромное хранилище человеческой мысли и хранилище нашего национального достояния. Необходимость присуждения ученых степеней восходит к середине 18 столетия, когда Михаил Васильевич Ломоносов доказывал важность открытия Академического университета в России. Аттестация научных кадров началась среди кандидатов, обучавшихся медицине, указами Екатерины Великой. Затем при Александре I университеты получают право присуждать ученые степени, но не иначе, как по строгим испытаниям в науках. Систематическая аттестация научных кадров в России началась в начале XIX века после утверждения уставов императорских университетов в Москве, Харькове и Казани. Система аттестации многократно менялась и трансформировалась, и только к началу 20-го столетия вопрос о присуждении ученых степеней женщинам был урегулирован законодательно. От тех времен сохранились только единицы диссертаций среди миллионного собрания ученых трудов в хранилище Российской государственной библиотеки. Как образец 19-го века. У нас есть в нашем фонде, только не в фонде отдела диссертации, а в общем фонде хранилища существует диссертация. У нас даже есть диссертация Дмитрия Менделеева. У нас есть диссертация Складовской-Кюри. Есть небольшой фонд диссертационных исследований того времени. Они очень отличаются. Это маленькие книжечки. Я бы сказала, по формату они близки к авторефератам. Фонд наш диссертационный, его условно можно разделить на две части. И вот первая часть – это поступление обязательного экземпляра из всех республик Советского Союза. И эта часть, она не оцифрована, она не представлена в электронном каталоге. Это диссертации 45 по 91 годы. И, конечно, эта часть фонда, она скрыта от читателей. Она им недоступна сейчас. И сотрудники отдела делают ретроконверсию карточного каталога, переносят записи на старые диссертации в электронный каталог. Вот, наверное, когда уже полностью он будет отражен в электронном каталоге, уже мы можем сказать, что эта часть, она будет больше пользоваться популярностью и доступнее станет нашим читателям. А вторая часть – это диссертации 92 года, которые поступают из организации и защищены на территории Российской Федерации. Это тоже обязательный экземпляр диссертационный. И, конечно, эта часть, она представлена в электронной библиотеке. И электронной библиотекой люди могут пользоваться, наши читатели могут пользоваться, и даже удаленно могут пользоваться в других библиотеках. И эта часть, конечно, более популярна, и она донесена до наших читателей, до населения, до научных кадров. Только к окончанию Великой Отечественной войны был создан общесоюзный фонд диссертационных работ. Первый период работы фонда продлился до распада Советского Союза, накопив в собрании диссертации, защищавшиеся на территории всех союзных республик. Зачастую это уникальное собрание диссертаций, представленных в единственном экземпляре. Обязательно первый экземпляр поступал в Москву на хранение. Благодаря этой системе авторы, впоследствии утратившие собственные экземпляры, и сегодня могут получить копию своего научного труда. Эти обязательные экземпляры, они поступали, какая-то небольшая часть фонда была, она была в общем хранилище, и стали поступать уже обязательные экземпляры прямо с января 45 года. И постепенно эти поступления, начиная там буквально от 100, 300 в год, они начинали расти, расти, расти. Не удивляйтесь пустоте читального зала. Мы снимаем в утренние часы, а во второй половине дня и особенно в субботу в этом читальном зале яблоку негде упасть. Если вы смотрите оригинал диссертации, его можно почитать здесь. А если вы хотите увидеть и литературу по этому же предмету или по этой же теме, вы можете взять оригинал диссертации, подняться наверх и там в оцифрованном виде найти другие
источники. Титанический труд работников отдела продолжается по настоящее время. Комплектуют и систематизируют теперь работы, защищенные на территории Российской Федерации. Именно этот период уже обработан и доступен читателям в цифровом виде. Диссертации эпохи СССР тоже постепенно переводятся в цифровой формат. За 2 года обработать можно диссертации примерно за период в 10 лет. Штат сначала рос. Начиналось это там 60 человек в отделе. Самый пик численности в отделе – это 110 человек. Был у нас такой период. А потом он начал опять сокращаться. И сейчас у нас 33 человека в отделе. И этот штат и обрабатывает, и комплектует, и каталогизирует, и диссертации, и авторефераты. С 2015 года мы еще получаем авторефераты диссертации. Раньше они находились в общем хранилище. Мы обслуживаем в читальных залах. Мы делаем какие-то справки, составляем. И вот еще с 2015 года у нас начался проект тематических выставок диссертации, которые мы показываем в главном здании, в выставочном комплексе. За последние годы значительно упростилась система записи в главную библиотеку страны. Каждый желающий, имеющий читательский билет, может попасть в любой отдел библиотеки, включая хранилище диссертаций и газет в Химках. 10-этажное здание хранилища идей, исторических и литературных изысканий, передовой мысли в химии, физике, математике доступно абсолютно каждому гражданину страны, то есть нам с вами. Достаточно прийти в отдел каталога и открыть ящики по тематической или алфавитной классификации. Но учтите, объем карточного каталога почти 5 миллионов единиц. И это не окончательная цифра. Каталог постоянно пополняется. В отделе диссертации существует 2 каталога. Один систематический, а другой алфавитный. По алфавитному каталогу, по фамилии автора вы можете найти нужную вам диссертацию. Ну, если вы не знаете фамилии, тему-то своей диссертации вы точно знаете. Тогда вы открываете каталожные ящики по интересующей вас теме и на карточках можете найти название интересующей вас диссертации. На ней указан шифр. С этим шифром вы идете к стойке, и там вам подбирают необходимую диссертацию. Вообще диссертации, если вернуться к формам защиты, то они 3 видов существуют. Диссертации в виде рукописи – это вот диссертация в традиционной форме, которую мы с вами видим. Они даже на титуле там указано, что на правах рукописи. Диссертации, которые защищаются в виде монографии – это те диссертации, которые издаются как книги. Они могут быть изданы в 2008 году, а на защиту представлены в 2011. Так, диссертации, например, Васильева, известного историка моды, «Красота в изгнании». Он ее представил на защиту на философский факультет МГУ и получил степень кандидата философии. А книга была издана в 2008 году, даже переиздана много раз. И диссертация в форме научного доклада. Это когда по каким-то результатам научных работ можно провести защиту. И такая форма диссертации напоминает автореферат. То есть они практически идентичны. В советское время были попытки микрофильмирования диссертации, но этот метод хранения себя не оправдал. Он требует сложной системы хранения, экземпляры, переведенные на пленку, быстро выходили из употребления, а работы, отпечатанные на бумаге, спустя и 50 лет выглядят как новенькие. Вот уж воистину прав Михаил Булгаков. Рукописи не горят. И не только печатные труды, но и сопровождающий их изобразительный материал. Чертежи, акварели, рисунки, карты, фотографии. Диссертация – это не сухой научный труд, а необыкновенно увлекательное, любовно оформленное научное изыскание, читать и рассматривать которое не менее интересно, чем читать книгу с роскошными иллюстрациями. Например, диссертация по естественным наукам, на соискание ученой степени доктора биологических наук, имеет 3 тома приложений акварельных рисунков. У нас есть в фонде такая работа.
Работа посвящена диким яблоневым лесам Казахстана. Автор Джангалиев, академик, известный ученый Аймак Джангалиевич Джангалиев, выпускник Тимирязевки, ученик Вавилова. Он доказал своими исследованиями, что яблони, дикие яблони, по своим качеству плодов, цвету плодов, вкусовым качествам, они очень близки к культурным сортам яблок. При скрещивании диких сортов с культурными сортами возникает потрясающий результат. Нет пророка в отечестве своем. Уникальный труд 1969 года доктора биологических наук Джангалиева оценили спустя полвека французские кинематографисты. Исследователи происхождения яблоневых садов по всей Европе на основании его изысканий выяснили, что в основе всех выведенных европейских сортов яблок лежит многообразие видов диких яблоневых лесов юго-востока Казахстана. Дожив до 96 лет, автор уникального труда получил поистине европейскую известность. Никогда не думала, что читать искусствоведческие диссертации, да и не только искусствоведческие, так интересно. Но еще интереснее рассматривать приложения к этим диссертациям. Вот, например, диссертация «Русские декоративные росписи по дереву Алтайского края». И приложение имеет невероятное число иллюстративного материала. Один только список этого иллюстративного материала приводит в изумление. Это росписи правой дозорной башни, это роспись фронтона, фронтон жилого круглого дома, это росписи двери в чулан, это росписи стены простенков, росписи опечек, росписи на досках от палатей, потолков и прялок. Как же талантлив русский народ! Очень жаль, что эта диссертация была защищена в 63-м году, поэтому все фотографии черно-белые. Но какой же красоты это было! В деревенском доме на чистом дереве цветные узоры. Как пример современной работы, выполненной по искусствоведению, я бы хотела показать работу, которая посвящена церковному шитью. Наверное, так лет 20 назад такая работа не могла бы оказаться в нашем фонде. А сейчас автор Хребина Татьяна Викторовна защищала ее в Российской академии художеств в Санкт-Петербурге. И научным руководителем был профессор института имени Репина, кандидат богословия, кандидат архитектуры, доцент игумен Александр. Вот эта работа, она представлена двумя томами. Объемный том приложений иллюстрирован вот такими прекрасными распечатанными материалами, причем в очень хорошем исполнении, взятыми из разных архивов, музеев. То есть проведена огромная исследовательская работа по материалам, причем не только, соответственно, в Санкт-Петербурге, где находится автор, но и, я бы сказала, по всему миру. Одна из современных диссертаций, выполненная на цифровом уровне, напечатана на компьютере и сопровождается иллюстрациями, отпечатанными на цветном принтере. Посвящена залотному и лицевому шитью. Старинное это искусство возрождается в наши дни. Именно в 21 веке можно оценить, каким мастерством, уровнем техники, богатством фантазии русских золотошвеек обладала наша страна. Вынутые из резниц, запасников музеев, фактически из небытия вышли на свет покрова, плащаницы, воздухи, покровцы. Знаменитые и безымянные эти уникальные произведения декоративно-прикладного искусства вновь являются гордостью и примером для подражания. Представлена двумя томами. Один том – это теоретический материал, исследования с различными чертежами, фотографиями. Здесь можно проследить историю развития улицы, начиная с 18 века и до 40-х годов на момент написания диссертации. Диссертация написана в 47-м году. И фотографии есть, и
планов, чертежей, расчетов авторских. Более того, приложение, второй том приложения, выполнен в виде панорамных гармошек. Это совершенно уникальное исполнение, когда чертежи выполнены вручную, пером, в масштабе 1 к 500. Это правая и левая сторона Невского проспекта, который запечатлел автор на момент написания диссертации. Раритетная кандидатская диссертация архитектора Гершовича защищалась 70 лет назад. Невский проспект – исследование построения композиции ансамбля главной улицы города Ленинграда. Не осталось в аналах ни имени этого архитектора, ни сведений о нем, хотя в библиотеке подобного рода информация собирается для будущих исследователей. Может, кто-то из потомков этого архитектора Гершовича увидит нашу программу? Ваша информация ценна для нас. Регулярно застраивавшийся город Петра был не первым русским городом, имевшим плановую застройку. Этому подтверждение – диссертация, посвященная застройке города Тобольска. Она сопровождается колоссальными альбомами чертежей, эскизов и акварелей. Поражает скрупулезное исполнение этих изобразительных материалов. Привязка к местности не только по времени постройки зданий, но и по времени планировки кварталов и улиц. Это самая большая работа в нашем фонде. И ей отведено специальный стеллаж для хранения. Диссертация автор Владимир Васильевич Кириллов. Защищался он на ИСТФАКе МГУ. Хотя, несмотря на то, что монументальное историческое исследование, он защищался на соискании ученой степени кандидат искусствоведения. И это, вот это все, это кандидатская диссертация. Это кандидатский труд, не докторский. И это, конечно, уникальное совершенно явление. Мало того, что сама тема, которая затронута в диссертации, те вопросы, которые в ней поднимаются, они очень важны для истории русского градостроительства, я бы сказала, регулярного градостроительства, потому что это слово ключевое. И автор объясняет хронологические рамки, которые он исследует, почему именно эти хронологические рамки он берет за основу своего диссертационного исследования. Он говорит так, что если от Петра и до XIX века история градостроительства, регулярного градостроительства на Руси была исследована более или менее, и много очень изданного материала, то как раз до Петровской период и появление Петрограда явление необычное и до сих пор дискуссионное. Появление Петербурга со своей регулярной архитектурой – это явление уникальное. И что являлось истоками? Существует несколько точек зрения. Сторонники одной говорят, что это они полностью игнорируют опыт российского градостроительства на Руси 16-17 веков, регулярного. И говорят, что это полное вот заимствование западной архитектуры. Вторая точка зрения, и ее придерживается автор и доказывает в своей работе, это то, что, конечно, появление архитектуры Петербурга – это западное явление, привнесение западной архитектуры со своей вот регулярностью, застройками. Но предшествовало этому все-таки русское градостроительство. Градостроительство на Руси, городов – это 16-17 века. И автор ставит задачи исследовать именно вот застройку этих городов и доказать, что она все-таки имела постепенное такое вот движение к регулярности. И почему именно Тобольск? Ну, по словам автора, он исследовал несколько регулярных городов, но остановился на регионе Сибири, потому что там наиболее последовательно вот эта регулярность воплощалась в строительстве. И Тобольск был центром. Все самое лучшее всегда концентрировалось в центре. Поэтому Тобольск. Если каталог – это основа основ отдела диссертаций, то хранилище, бесспорно, сердце его. Здесь на трех ярусах, на
полках и стеллажах, оснащенных по последнему слову техники, хранится более миллиона научных трудов. Даже многие авторы, которые получают свои работы, они удивляются, как так хорошо сохранились диссертации 50-х, 60-х годов. Был у нас автор, который потерял свой экземпляр, и он пришел к нам с просьбой сделать ему копию с его же работы, которая хранится у нас. И когда он взял ее в руки, он сказал, ой, диссертация, он плакал. Он говорит, я думал, что она потеряна, а вы сохранили, и это действительно уникально, и в таком еще хорошем состоянии. Поэтому мы очень стараемся, мы любим свой фонд, мы его оберегаем. У нас есть специальные, если мы куда-то его перевозим на выставки, у нас есть специальные бескислотные коробки, в которые мы упаковываем эти диссертации. Многие диссертации эпохи Советского Союза написаны и защищались на национальном языке. Таких работ в фонде значительное количество. Диссертационная работа могла быть трех видов. Собственно, сама специально подготовленная рукопись в одном или нескольких томах. Опубликованная монография, когда изданная книга представлена к защите. И третий вид – в форме научного доклада. Сделанный по совокупности работ, по форме он такой же, как автореферат. Очень интересно в своем исполнении работы на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук автора Куклина, которая посвящена использованию древесины лиственничных пород Дальнего Востока в изготовлении строганной фанеры. Первый том теоретический, он имеет очень много интересных таблиц, расчетов, каких-то схем и даже маленькие кусочки, образцы фанеры. Есть второй том, которым автор отдельно выделил таблицы расчетов. И этот том лишний раз нам доказывает, насколько серьезное исследование проводил автор. Наиболее интересен с точки зрения оформления третий том, том приложений, в котором каждая страничка – это отдельная порода дерева. Мы называем эту диссертацию деревянной диссертацией. На обратной стороне каждой страницы выжжено название дерева. Конечно, мы не в состоянии пригласить вас в Казахстан и попробовать яблоки из диких лесов. Нет тех домов, расписанных в Алтайском крае, но показать вам дворец графа Разумовского – предмет изучения и защиты одной из диссертаций мы можем. Замечательный ансамбль русской усадьбы стоит и сегодня на Гороховской улице. И труд реставраторов – наглядное пособие для будущих потомков, что придут нам на смену и будут далее хранить наши памятники культуры и наше национальное достояние. Это работа на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, известного русского советского художника-архитектора, заслуженного архитектора РСФСР Андреева Александра Кузьмича. История прослежена от момента его создания до момента написания диссертации. Работа была защищена в 1975 году автором. В результате анализа многочисленных архивных данных Александр Кузьмич пришел к выводу, что авторство можно приписать известному архитектору Николаю Александровичу Львову. Работа написана очень простым языком и читается очень легко. А вот второй том диссертации, работа состоит из двух томов. Первый том – это текстовая часть, которая непосредственно представляет само исследование. А второй том – это иллюстративный материал, альбом, который содержит 188 фотографий натурных съемок, различных документов. В 1948 году была проведена масштабная реставрация, участником которой был автор этой работы, Андреев Александр Кузьмич. Работа содержит большой материал по проведению этой реставрации. В частности, панорама-развертка главного фасада, 1948 год. Этот материал позволил в дальнейшем согласовывать реставрационные работы, поскольку были описаны
те части здания, которые подверглись реставрации, с помощью каких материалов осуществлялась реставрация, была описана, и те части, которые реставрации не подвергались. Представьте себе, что вдохновленные нашей программой вы решили писать диссертацию. Прежде чем вы выбрали тему, сосредоточьтесь на том, что вы хотите сказать и о чем. Для этого нужно приехать в Химки, в хранилище диссертаций и прочитать все то, что уже написано до вас вашими предками. Человеческая мысль не стоит на месте. Пользуйтесь национальным достоянием, которое у вас фактически в руках.